Они вернулись. Столь популярные в 40-х-50-х годах носки в сочетании с туфлями. Громко заявили о себе весной 2018 года. Тогда комбинацию возвели в тренд почти все дизайнеры с мировым именем. Шанель, Гуччи, Прада, Ив Сен-Лоран. На сегодняшний день вся молодежь, все школьники очень интересуются именно модными носками. То есть именно чем-то необычным, тем, что, то есть то, что нет у других. И мы именно предлагаем такие модельки, то есть вроде бы простые капроновые носочки, но тем не менее вот бантик, элемент какой-то, он сразу украшает, он сразу придает какую-то индивидуальность, то есть каждая девочка ищет что-то особенное, именно подходящее под себя. И действительно сейчас очень радует, что у всех, как у молодежи, так и у взрослых людей, носки именно становятся, ну, как бы очень важным элементом, как аксессуаром именно, которые они подбирают под свой образ. Неотъемлемой частью образа школьницы-студенток станут носочки. Низкие или высокие, однотонные или пестрые, плотные или капроновые, со всевозможными деталями, будь это кружево, пайетки или бусины. Очень красивые модельки мы предлагаем, вот такие вот белые, особенно на 1 сентября. Это очень красиво смотрится на ножке, то есть цветочки выделяются, вот такие вот. Это действительно сейчас тренд этого года, и все девочки, когда видят, не могут устоять перед ними. Очень модные сейчас вот такие вот необычные сеточки с люрексом, то есть это все там как для мам, так и для школьниц, для студенток. Это действительно сейчас очень модно, очень красиво и, главное, необычно смотрится. Сейчас молодежь любит выделяться, и именно такие модели как бы помогают показать им свою индивидуальность. Сегодня носки уместны с любой обувью – лодочки, босоножки, оксфорды, балетки или кеды. Самое главное – это умение грамотно комбинировать цвета и стили. Белые носочки подойдут практически каждой паре, кружевные и нейлоновые – к лодочкам и босоножкам. А вот цветной принт лучше сочетать с однотонной обувью. Это правило неплохо усвоили представители сильного пола. Очень радует, что мужчины тоже хотят быть в тренде, хотят быть модными. Поражают взрослые, особенно мужчины, которые каждый день носят костюмы классические. Они приходят и просят именно самые яркие, самые интересные носки. Все у нас как бы есть до 46 размера, то есть абсолютно всем. Мода крайне переменчива. То, что еще год назад считалось абсолютно недопустимым, теперь демонстрирует наличие вкуса. Погоня за трендами, конечно, дело неблагодарное, но в случае с носками не стоит себе отказывать. Ведь стоят носочки совсем недорого – от 30 до 80 леев.